Всем привет! Сегодня мы поговорим о коронавирусе. Это Йорик, и он боится заболеть коронавирусом. Ну, это вирус такой. Грипп там есть. ОРВИ. Коронавирус – это одна из простуд. Там очень сильно болеют и сложно дышать. Насморк. Горло, голова раскалывается. Может, что-то рука болит. А еще трудно говорить и ходить. Надо обратить внимание на дыхание и, если что, обратиться к врачу. Был в Китае коронавирус, он ведь летает, и вот так вот, допустим, он летит, все, присосался. И вот так вот это заражается. Пока еще некоторых людей он не достиг, но все равно, я думаю, достигнет. Коронавирус меньше распространяется в холодной теме. Надо холодной водой обливаться, чтобы коронавирус не доходил. Это опасно. От нее даже можно умереть. В любой день может коронавирус подлететь уже в Архангельске. Лучше все-таки, чтобы он нас не достиг. Если ты что-то потрогал, надо потом мыть эти руки. Аж на 2 раза. Можно аж на и 3. 10 раз в день. Вот я сейчас зашел, я промыл руки вот так вот специально. Капаем на руки мыло и размыливаем. Потом размыливаем под водой и вытираем. Можно заразиться в автобусе. Лучше туда не ходить все равно, потому что вдруг что-нибудь подцепишь. У нас даже в Архангельске есть люди, которые болеют. Если вы увидели человека с коронавирусом, его надо обойти. Можно просто или отойти, или пойти к маме. Одеть маску, если видишь. Если это старенький человек, то предупредить его, и чтобы он домой пошел, вызвал доктора. А вы знаете, что один человек заболел коронавирусом и лежит в больнице? И знаете такое? Я не знаю, как помочь этому человеку. Если ты больной, то надо носить маски, и менять их через 2 часа. Когда коронавирус идет, надо лучше сидеть дома. Надо пропивать лекарства. Есть лекарства, чтобы вылечиться от коронавируса, но я не помню, как они называются. Ну, короче, пить воду холодную. Коронавирус боится холодного. Врачи, наверное, могут помочь. Ну, в общем, я думаю, что это не точно поможет. Даже доктора не знают, как его лечить. Если только в больницу лечат, тогда там точно помогут. И что им там скажут? Там смотрят и говорят, что коронавирус. Все школы и закрывают, и все закрывают, даже талию закрыли, и скоро могут продуктовые магазины закрыться. Кстати, еще в Москве и в России уже коронавирус, и в Москве, и в России. Египет заболел уже. Люди, которые куда-то приехали и собираются уезжать, им меряют температуру не градусником обычным, а лазерным. Чаще всего дети зараживаются, и взрослые тоже болеют. Жители, вы не переживайте, все будет хорошо. Попейте чай с лимоном или с медом, и вы точно, наверное, не заразитесь. Всем пока! Не болейте!